Всем привет! Сегодня 10 февраля. Приехал Шаран. Вот прокопал дорожку к своим пчелкам. Ну, высота где-то по колено, местами больше. Пока я расчищал, здесь вот мышки, наверное, прогрызли дно. Ладно, сейчас посмотрю, открою, пока ставлю паузу. Пчелки живые. Конденсат уж есть. На улице где-то минус 15. Было минус 20. Ставлю паузу. Эти тоже живые. Есть конденсат. Сидят также возле передней стенки. Ладно, ставлю паузу. Это у меня третий улей. Эти дошли до задней стенки. Обосрались. Возможно, уже корм закончился. Ну ладно, сейчас попробую рамки перекинуть. Всем удачи, всем пока.